Всем привет, дорогие зрители. Приехал в район Махмутлар, нашел здесь срочную продажу 2+1. Квартира под ключ, но старая стройка. Проекту 25-27 лет как минимум. Она продается на цокольном этаже. Сразу скажу цену: 45 500 евро, 2+1, трехкомнатная. Здесь вот такой ухоженный сад, фруктовые деревья, цветочки и растения разные. Такой просторный, очень просторный бассейн. Это детский бассейн. Вот такие здания. Справа, с левой стороны также вот этот сад, все продолжается. Квартира, о которой я говорю, продается в этом блоке. Она у парка на цокольном этаже. Айда тут 150 лир. Вот, дорогие зрители, у нас здесь парк. В той стороне делают еще один большой парк. Расстояние отсюда до воды Средиземного моря 420 метров максимум. Вход в здание отсюда. Это вот балкон. Здесь у нас фруктовое дерево, апельсиновое, также лимон. Вот сразу с левой стороны. Такой вариант. Срочная продажа. Бюджетный вариант. Кого интересует именно недвижимость в Турции, хотите купить недорогую квартиру в Алании, обращайтесь, у меня много вариантов. Как бюджетных, так и элитных, роскошных. Такая прихожая. Здесь такой шкафчик. Тут спрятан у нас стиральная машинка А3++ Vestel. Видим свет. Здесь санузел без душевой кабинки. Такой маленький. В этой стороне у нас главный санузел. Вот такой. Проточный водонагреватель. Простой. Недорогой. Если что, надо его поменять. Это штучка для душа. Там купаться с ней можно. Там прямо сидишь, купаешь. Здесь у нас спальня. Квартирка небольшая, но балкон очень просторный. Здесь 95 квадратных метров считается брутто. Жилая площадь, скажу, 77 квадратных метров. Вот такой строен шкаф платяной. Просто шкаф. Есть кондиционер Арчелик. Я быстро выйду на балкон отсюда, потому что там двери придется открывать. Вот такой просторный балкон. Вот такой вид с этого балкона. Балкон огромный. Не маленький. И продолжается в ту сторону. Можно в прятки играться. Прямо на балконе у нас это лимон. Да, это лимон. Сидите, чай сразу режете прямо на дереве половинку и в чай кидайте лимон. Все. Так. Здесь прихожая. Здесь у нас дополнительная спальня для детей. Две кроватки и один шкафчик. И здесь у нас гостиная. Ну, с кухней. Совмещен с кухней, но можно тоже как-то отделить. Хоть не упал. Так, упал, очнулся гипс. Здесь у нас холодильник Арчелик. Микроволновка есть. Вот плита. Столешница у нас мрамор. Посудомойка Арчелик и тостер. Вот, даже есть для воды аппарат. Москитные сетки во всех комнатах. Отсюда также есть выход на балкон. Так, дорогие зрители, срочная продажа. Бюджетный вариант. Недорогая трехкомнатная квартира. Рядом парк, море, расстояние 420 метров. Рядом есть инфраструктура, маркеты, овощные и тому подобное. Район Махмутлар.
Проекту 25-27 лет, Айдат 150 лет. Цена, я уже говорил, 45 500 евро. С вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Всем желаю радости, добра, процветания, благополучия. Берегите себя. Пока-пока.